Социологи утверждают, что к 60 годам хроническая сердечная недостаточность развивается у каждого второго. А медики, что с этим заболеванием, шутки плохи. Больной будто бы ходит по краю пропасти, и каждое новое обострение приближает его к летальному исходу. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Так что же делать, чтобы не дойти до края пропасти? И что делать, когда главный насос организма барахлит? На вопросы о хронической сердечной недостаточности сегодня отвечает врач-кардиолог Самарского областного клинического кардиодиспансера Инна Скрипник. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Звоните, пожалуйста, доктору и задавайте свои вопросы. Большинство людей ошибочно считает, что сердечная недостаточность – это сердечный приступ. Что это на самом деле? Сердечная недостаточность – это осложнение уже имеющегося какого-то основного заболевания. Но, как правило, она развивается на фоне таких заболеваний, как перенесенный инфаркт миокарда, ишемическая кардиомиопатия, кардиомиопатия другого генеза, также на фоне миокардитов, пороков сердца. И это состояние, когда характеризуется симптомокомплексом, то есть это синдром, который характеризуется тем, что нарушается способность сердца наполнять и опорожнять кровью. И вследствие там, многих нейрогормональных изменений и гуморальных изменений, происходит нарушение перфузии, подачи крови, кислорода с кровью во все органы и ткани. И таким образом уже формируется такой симптомокомплекс, который характеризуется тем, что у пациентов развивается одышка, быстрая утомляемость, сердцебиение, отеки на ногах могут появляться. То есть, еще раз повторюсь, это не основное заболевание, это осложнение многих заболеваний. И в том числе артериальной гипертонии, которая, в принципе, в популяции занимает очень большой процент. Но вот судя по статистике, у 20% пациентов это единственная причина развития хронической сердечной недостаточности. И, наверное, это ставит ее на одно из первых мест, да, в причинах развития. Да, ну, в основном это артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца. Но у 50% это в комбинации, как правило, происходит. И имеется и ишемическая болезнь сердца, и артериальная гипертония. Инна Владимировна, я знаю, что многие пациенты привыкают к высокому давлению и, ну, в общем, перестают пугаться этого и так живут дальше, не особо обращая на него внимания. Да, это вот самое страшное, потому что действительно среди населения очень много людей страдает артериальной гипертонией и не уделяется то должное внимание, которое бы должно быть. Поэтому ведь повышение артериального давления – это же не просто высокие цифры давления. И не просто головная боль. И не просто головная боль. Это исподволь постепенно происходит поражение всех органов мишени, таких как головной мозг, сосуды головного мозга и сосуды сердца, сердечные мышцы и сосудов почек. Поэтому дальше уже развивается и также и сердечная недостаточность, если не уделять должного внимания лечению и как первичной, так и вторичной профилактике артериальной гипертонии. Кардиологи сегодня довольно неплохо научились справляться с катастрофами, скажем так, с инфарктами, инсультами, да, смертность от инфарктов, если я не ошибаюсь, последние годы уменьшилась почти в два раза. Но и тем не менее люди вот уходят из жизни от тех болезней, которые подтачивают незаметно, от тех болезней сердца. И есть данные, что смертность от хронической сердечной недостаточности такая же, как при раковых заболеваниях. Это действительно так?
Ну, я вот хочу сказать, что действительно артериальная гипертония, как вы говорите, что течет длительное время, и как бы это действительно является молчаливым убийцей, да, если не обращать на это внимания. А среди популяции, значит, у нас в Российской Федерации хронической сердечной недостаточности страдает около 7%. Но вот до 90-х годов 60-70% пациентов с хронической сердечной недостаточностью умирали в течение 5 лет. Но в дальнейшем у нас были разработаны вообще во всем мире лекарственные препараты, которые позволили улучшить качество жизни пациентов с сердечной недостаточностью и продлить жизнь. То есть правильно я понимаю, что хроническая сердечная недостаточность — это не просто снижение качества жизни, а это, в общем-то, инвалидизация в конечном итоге? Да, но сначала это действительно начинается со снижения качества жизни. Даже при нормальной насосной функции сердца уже может развиваться сердечная недостаточность. И поэтому, в принципе, так и разделяют несколько классов сердечной недостаточности по тем основным симптомам, которые беспокоят наших пациентов. Это быстрая утомляемость, это одышка и сердцебиение. Ну, как бы начальная стадия сердечной недостаточности или вот первый функциональный класс, он характеризуется тем, что человек начинает замечать, что он чрезмерные нагрузки стал хуже переносить. Второй функциональный класс, когда при обыденной жизни он начинает замечать, что у него все-таки стала появляться одышка, там, или сердцебиение, или утомляемость. Третий функциональный класс и четвертый функциональный класс – это уже более выраженные клинические проявления, и они появляются тогда, когда человек уже при обыденной, повседневной жизни начинает замечать данные симптомы. Ну и четвертый функциональный класс, как я уже сказала, то есть человек даже уже не может выполнять эти физические нагрузки, просто даже ходьба по квартире, там, ходьба до кухни уже вызывает у него данные симптомы: одышку, сердцебиение и быструю утомляемость. Где-то видела данные, что у женщин это заболевание встречается в два раза чаще. Ну, я бы так не сказала, просто не сама сердечная недостаточность. Просто сначала как бы с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией больше начинают страдать сначала мужчины, да, особенно после 40 лет. Женщин все-таки нас предохраняют наши гормоны, защищают нас от раннего развития ишемической болезни сердца. И поэтому, в принципе, где-то до 55 лет мы все более-менее застрахованы от этого. Но в дальнейшем, правда, женщины начинают догонять мужчин и обгоняют. И уже в дальнейшем, я согласна с вами, это уже в большей степени страдают и ишемической болезнью сердца, и, соответственно, сердечной недостаточностью. Это программа «Звоните доктору». Мы сегодня говорим о хронической сердечной недостаточности. В нашей студии Инна Скрипник, кардиолог Самарского областного клинического кардиодиспансера, 202-11-22. Если у вас есть вопросы, можете звонить к нам в студию. Инна Владимировна, конечно, не могу не поговорить с вами о пандемии, о вопросе, который волнует сегодня многих. Вот ваши пациенты, сердечные пациенты, с сердечными болезнями, если учитывать, что при течении коронавирусной инфекции выключается из жизнедеятельности большая часть легких, ну, большинства, наверное, то это, наверное, усугубляет вот развитие сердечных болезней, да? Несмотря на то, что у вас нет инфекционного ковидного госпиталя в вашем диспансере, тем не менее, ваши, наверное, больные как-то так или иначе попадают в эту цепочку. И можете ли сказать, для них какие-то специальные, отдельные схемы лечения? Ну, то, что действительно мы не являемся ковидным госпиталем, но тем не менее под маской, например, даже острого коронарного синдрома или же развитие сердечной недостаточности могут поступать пациенты, у которых действительно потом выявляется новая коронавирусная инфекция. Лечение, конечно, сердечно-сосудистых заболеваний, в общем-то, по основному заболеванию. Но при возникновении там пневмонии, соответственно, в зависимости от тяжести течения, подбирается терапия. Но этих пациентов мы обязательно переводим уже в ковидные госпитали, если выявляется новая коронавирусная инфекция. Если же это внебольничная пневмония, то в другие госпитали, которые перепрофилированы для лечения пневмонии.
А может ли вообще ковид стать причиной развития хронической сердечной недостаточности? Да. Несмотря на то, что это все-таки новый коронавирус, новые инфекции коронавирусные, да, COVID-19, сейчас, в общем-то, многое уделяется и учеными, и врачами внимание тому, чтобы выяснить, какие могут быть осложнения при развитии данного заболевания. И выясняется, что где-то около 20% развиваются миокардиты, которые бывают даже вялотекущие, которые в конце концов могут приводить к развитию сердечной недостаточности. Также могут быть изменения в организме на фоне новой коронавирусной инфекции, могут вызывать различные тромбоэмболические осложнения, тромбоэмболии легочной артерии в том числе. И такие заболевания, они в итоге все равно приводят к тому, что изменяется структура сердца, структура сосудов. И в результате этого, конечно, впоследствии это может быть явиться причиной сердечной недостаточности. Я довольно часто в наших программах этот вопрос задаю. Больные вашего профиля наверняка в основном все принимают антикоагулянты. И вот сейчас в условиях пандемии вот эта любовь, в кавычках, да, к антикоагулянтам у нас у многих. Что бы вы вот вообще как-то прокомментировали эту ситуацию, что мы сейчас начинаем их бессистемно принимать, и насколько это безобидно, и стоит ли это делать? Ну, этот препарат, конечно, не безобидный, то есть у него существуют определенные показания, но так как вот ученые и практикующие врачи уже доказали, что развивается коагулопатия и различные микротромбы в различных органах, как и в сердце, так и в почках, и в печени, в легких в том числе, это одно из самых важных, да, органов, который больше всего поражается, то назначается антикоагулянтная терапия, но это имеются все-таки строгие показания. Это, как правило, при средней степени тяжести и при тяжелой степени тяжести течение пневмонии или же течение вот новой коронавирусной инфекции. Поэтому я думаю, здесь только нужно все-таки строго по показаниям и по рекомендации обязательно врача. Медицина – такая наука, которая, конечно, для того, чтобы делать выводы, ей требуется много времени, много исследований. И вот если сейчас вернуться к отдаленным последствиям, которые может дать коронавирус, люди, переболевшие коронавирусом, проводятся ли какие-то исследования? Вы как-то вот составляете уже, скажем так, эту энциклопедию на будущее, чтобы предусмотреть последствия? Ну вот у нас сейчас вот мы начали такую как бы вот программу, может быть, под руководством главного внештатного специалиста по кардиологии Дмитрия Викторовича Дуплякова, заместителя главного врача по лечебной части областного кардиодиспансера. Кардиологи нашего учреждения стали выходить в поликлиники, активно вызывать стали пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию или же пневмонию. И мы как бы проводим анкетирование, смотрим, что у них было в анамнезе, какие заболевания были до того, как они заболели ковидом или же внебольничной пневмонией, какие они лекарственные препараты принимали, принимали ли они во время заболевания на амбулаторном этапе или там в стационаре, и какие у них на данный момент имеются осложнения. Но это все проводится для того, чтобы в итоге выработать какую-то тактику ведения и лечения данных пациентов, чтобы предотвратить как раз-таки развитие, ну, серьезных осложнений, в том числе и сердечной недостаточности. То есть мы проводим коррекцию лечения и как бы индивидуальный план обследования разрабатываем для каждого пациента. Наверное, большое счастье, что в этих условиях еще все-таки есть возможность заниматься наукой и исследованиями. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Перезвоните нам, пожалуйста, время еще есть. Правду говорят, что кардиологи своих больных, в кавычках, могут определить даже по внешнему виду, кто ваши больные, какие они. Какие они, да? Если по поводу сердечной недостаточности, то в начальной стадии сердечной недостаточности, конечно, мы с вами это не определим. Потому что бывает насосная функция сохраненная, когда, в общем-то, только это начинается, это только уже активный опрос может быть
выявить заболевание, в смысле проявление сердечной недостаточности. Но если, конечно, уже более выраженные клинические проявления, то это действительно можно уже увидеть. Ну, если про терминальную, ну, про выраженную сердечную недостаточность, естественно, это будет человек с одышкой, который будет, видно будет уже увеличение. Сначала может быть избыточный вес, потом, как правило, эти пациенты худеют, и у них можно будет увидеть сердечную недостаточность по увеличенному, так скажем, животу. То есть это асцит, отечные ноги. То есть это уже можно сразу же сказать, что пациент не первый год страдает. Визуальный, да, один из элементов диагностики. Да. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. 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 Слушаем вас. Пожалуйста, скажите, вот чем... Вот эта аритмия, чего возникает, и чем она чревата? И чем лечить ее? Понимаете, таблетки пьют, не помогает. Чем чревата, наверное, можем, да, сказать? Да, чем чревата аритмия, чего она возникает? Аритмия может возникать на фоне различных также заболеваний и после перенесенного инфаркта миокарда, и на фоне артериальной гипертонии. Поэтому здесь, даже здесь может быть просто заболевание щитовидной железы. Здесь нужно понимать, какое нарушение ритма. Если это мерцательная аритмия, это одно. Бывают и другие аритмии. Это бывает экстрасистолия или другие какие-то наджелудочковые тахикардии. Поэтому надо сначала понять, что за аритмия, а потом уже проводить лечение. И если есть необходимость, то до обследования. Если медикаментозная терапия не помогает, то есть у нас еще и радиочастотная абляция, то есть это хирургическая коррекция для нарушений ритма. Это нужно все, в принципе, решать в очень тесном контакте с врачом. То, что у вас очень много методов лечения сердечных больных, наш корреспондент убедился буквально сегодня. Давайте сейчас еще поговорим об одном из новых методов, посмотрим сюжет. Предупреждение инфарктов и инсультов, а также лечение их последствий на абсолютно ином уровне. В областном кардиодиспансере у пациентов с повышенным холестерином теперь появилась возможность получить лечение самым современным дорогостоящим препаратом генной инженерии по полису ОМС. Главной причиной ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта является высокий уровень холестерина в крови. Холестерин – это вещество, которое относится к жирам. И повышенная концентрация липидов в крови приводит к образованию атеросклеротических бляшек, которые перекрывают просвет сосудов и нарушают их питание. На бляшках с легкостью образуются тромбы, которые и приводят к инфарктам и инсультам. Вторая такая негативная функция высокого уровня холестерина – это создание высокой вязкости крови. То есть чем выше холестерин, тем кровь более вязкая, более густая. Соответственно, сердцу очень тяжело обеспечивать организм адекватным питанием за счет скорости кровотока. Пациентам, которые перенесли инфаркт или инсульт, выписывают статины. Но, как говорят медики, цифры холестерина высокие, а возможности статина ограничены. И они не могут снизить холестерин до безопасного уровня. Это задача по силам новому препарату. Его эффективность на 30% выше, чем у самых лучших таблеток. Это наиболее эффективное лечение для самых тяжелых пациентов. Их не может быть очень много. Мы тщательно отбираем каждого такого пациента. Это дорогостоящее лечение. Но вот с этого года мы имеем возможность обеспечивать бесплатно наших пациентов. В первую очередь лечение получат те, кто имеют наследственную форму заболевания. Таким пациентам ежемесячно в кардиодиспансере будут делать инъекцию нового препарата, который не сможет исключить других лекарств и диеты, но значительно усилит их эффект. После применения этого препарата риск инфарктов и инсультов снижается в разы. Это программа «Звоните доктору». Сегодня в студии врач-кардиолог Самарского областного клинического кардиодиспансера Инна Скрипник, 202-11-22, телефон, по которому можно задать свои вопросы. Вот сейчас говорили в сюжете о снижении риска. А можно абсолютно точно рассчитать риск развития инфаркта, инсульта или внезапной смерти? Да, это можно рассчитать. Есть специальные для этого созданные шкалы, СКОР, где рассчитывается сердечно-сосудистый риск как для мужчин, так и для женщин. Есть, так скажем, вот наиболее, так скажем, серьезные риски. Это высокий и очень высокий риск. И вот как раз-таки с очень высоким риском, да, вот сейчас Владимир Алексеевич, заведующий гравитационной хирургией, как раз и говорил, что это как наши пациенты, вот особенно да, для липидного центра. В этой шкале используются
значит, не только гендерные, так скажем, да, мужской или там женский пол, также используется возраст, курит человек, не курит, и цифры артериального давления. И уже в совокупности от этого можно рассчитать сердечно-сосудистый риск. В принципе, это сейчас, в общем-то, делается на приеме каждого кардиолога, и говорится пациенту, на какие факторы риска нужно воздействовать для того, чтобы снизить этот риск. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Существует ли альтернатива препарату Пропанорм? Пропанорм? Ну, о названиях препарата, конечно, мы, как правило, здесь не говорим. Ну, да. Но, видимо, только да или нет. Ну, есть препараты дженерики. То есть этот препарат, он как бы вот может быть дженерики. Все. То есть, видимо, у любого препарата есть дженерика, а уже какой выбрать, не знаю. А кто в принципе все-таки должен решить, это доктор или больной? Ну, вообще назначает, конечно, терапию врач. А дальше можно просто будет сказать, в зависимости от того, потому что ценовая политика может быть разная. Как правило, из-за ценовой политики, конечно, и потом можно будет подобрать специально с учетом того, что может себе позволить пациент. Но, как правило, врачи всегда говорят, можно такой, такой, такой препарат. И уже сам пациент может выбрать. Но при этом здесь мы не спросили, может быть, конечно, и какие-то другие причины поиска замены. Конечно, это надо просто знать, какое заболевание, какие сопутствующие заболевания, фоновые заболевания, для того, чтобы можно было решить, можно замену произвести или нет. Вот вы сейчас перед этим говорили о том, что можно просчитать с точностью риск развития инфаркта, инсульта. А как меняется поведение человека, которому доктор говорит, что вот у вас вот с большой вероятностью будет то-то? Ну, знаете, к сожалению, малый процент людей, которые как бы преемственны к лечению и к рекомендациям врачей. В основном все хотят какую-то выпить одну таблетку, и чтобы она повлияла, это и чтобы жизнь человека изменилась в лучшую сторону. Но такого не бывает. Факторами риска у нас являются и возраст, да, и такие факторы риска, как курение, прием алкоголя, высокие, как вы уже говорили, показатели липидного спектра, холестерин и других показателей липидного спектра, да. Также артериальная гипертония, как мы с вами уже говорили, вес, избыточный вес, малоподвижный образ жизни. И для того, чтобы изменить качество жизни, нужно воздействовать на все эти факторы риска. Так и существует. Есть первичная профилактика, когда мы заболевания сердечно-сосудистых, когда мы исключаем факторы риска, да, или на них как-то воздействуем. И когда есть уже сердечно-сосудистые заболевания, это уже вторичная профилактика. Это также воздействие на факторы риска и плюс медикаментозная терапия. То есть пугаться стоит все-таки ничуть не меньше, как, например, сейчас боимся ковида. Сердечные заболевания, вот, в общем... Как раз хочется сказать всем, в общем-то, нашим пациентам, что несмотря на то, что какое бы заболевание ни возникало, все лечение, направленное на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, оно должно оставаться. Единственное, что это можно откоррегировать в зависимости от того, какое лечение назначается еще при, например, пневмонии, как вы говорили, антикоагулянтной терапии. Mm-hmm. Если пациент уже получал, он должен об этом обязательно оповестить врача. Mm-hmm. И лечение артериальной гипертонии, постинфарктные, так скажем, пациентов после перенесенных инфарктов миокарда, они все должны оставлять свое лечение и только просто согласовать его с врачом. Послушаем звонок. Алло, здравствуйте. 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 Вот вопрос про мерцательную аритмию. Как ее лечить? Потому что кардиологу обращались, препараты принимали, помощи нету. А сейчас кардиологу не попадешь. После специалиста все ушли на коронавирус. Помощь. Помогите, пожалуйста. Вы знаете, очень сложно вам подобрать на данный... Мерцательная аритмия. Вы знаете, мерцательная аритмия, она же может быть не только связанная с заболеваниями сердца. Бывают и другие заболевания, которые вызывают. Сейчас очень сложно вам подобрать эту терапию. Инна Владимировна, я, конечно, сейчас превышаю, наверное, служебные полномочия, но можем ли мы попросить... женщину оставить телефон. Да, и мы свяжемся нашему, с ней. Нашему продюсеру оставьте, пожалуйста, свой номер телефона, и, может быть, можно будет как-то Конечно. Ей помочь проконсультировать.
Мобильный или домашний оставьте, пожалуйста, и Инна Владимировна постарается. Да, мы перезвоним по вам, возможности все решим. Что-то сделать. Пациенты с хронической сердечной недостаточностью, наверное, чаще всего обращаются и лечатся в терапевтических отделениях, да, у врачей широкого профиля. Тогда как, скорее всего, здесь нужны специалисты, которые имеют более углубленную специализацию. Это вот проблема или нет при лечении хронической сердечной недостаточности? Знаете, Инесса, я бы сказала, что, в принципе, действительно, они и лечатся, как правило, у врачей общей практики, угу. участковых терапевтов. Но, в принципе, это не обязательно должно быть лечение у кардиолога. Просто бывают различные проблемы, когда действительно нужно их решить с кардиологом. Или там для решения вопроса о хирургическом лечении. Может быть, там нужно будет провести оперативное вмешательство на сосудах сердца. Да? Тогда это уже решается вопрос с кардиологом и, соответственно, с кардиохирургами. А так, в общем-то, это лечение в прерогативе участковых терапевтов и врачей общей практики. Давайте посмотрим небольшой дайджест, узнаем, что произошло в медицинской сфере региона за то время, пока мы не виделись, то есть за минувшую неделю. В приемном отделении больницы Середавина введены новые регламенты работы с пациентами. Это значительно сокращает время ожидания и позволяет оказывать незамедлительную помощь тяжелым больным. В Сызранской горбольнице номер 2 развернут новый ковидный госпиталь на 150 коек. Там есть все средства защиты, медикаменты, кислородное обеспечение, завершаются работы по монтажу компьютерного томографа. Санаторий «Сергиевские минеральные воды» принял на долечивание первых пациентов. Все они прошли курс лечения от коронавируса и пневмонии и имеют отрицательный тест на COVID-19. Во Вьетнамский университет доставили интерактивный анатомический стол пирогов, разработанный самарскими учеными. С его помощью будут обучать студентов медицинских специальностей. 16 пациентов в тяжелом состоянии эвакуировали службой санавиации из отдаленных районов области. Все они проходят лечение в инфекционных госпиталях Самары. А у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Сорвался, видимо, не успеет уже позвонить к нам наш зритель. А каковы шансы на выздоровление от сердечной недостаточности? Знаете, шансы всегда есть. И у всех всегда есть, да? Поэтому самое главное, нужно просто быть очень внимательным к своему здоровью, любить себя и выполнять все рекомендации врачей. Тогда, так как сейчас, в настоящее время, как я уже говорила в начале передачи, у нас существуют лекарственные препараты, которые улучшают функцию сердца, улучшают качество жизни, продолжительность жизни и могут, так скажем, отсрочить те сердечно-сосудистые события, которые больше всего нас и пугают, там инфаркты, инсульты. Поэтому угу. есть шансы, и шансы есть у всех. Попробуем успеть ответить на последний звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, скажите. Здравствуйте. А при сердечной недостаточности может появиться кашель? Кашель может появиться, но это уже когда более выраженная сердечная недостаточность. Тут надо разбираться. Может быть, это с дыхательной недостаточностью связано. Может быть, это с бронхитом, с пневмонией. Тут нужно... проконсультироваться. То есть это у врача. Не обязательно симптом развития нет, хронической сердечной недостаточности? Нет, не обязательно. Осталась буквально минутка у нас до окончания программы. Может быть, вот коротко, как вы считаете, в чем причины развития вот такого большого объема сейчас больных с хронической сердечной недостаточностью? Почему она так прогрессирует? Почему она прогрессирует, да? Да, прям в двух словах. Ну, если вы имеете в виду, вот как сейчас вот именно происходит на фоне пандемии? Нет, в последние годы вот этот пласт... Ну, во-первых, вы сами уже сказали в начале передачи, что нам удается снизить смертность от инфаркта миокарда, да? Таким образом, мы, врачи позволяют прожить человеку большую жизнь, но, к сожалению, ремоделирование сердца, структура сердца, все равно она меняется. И в итоге в дальнейшем уже развивается сердечная недостаточность. Mm-hmm. Вот поэтому и надо этому уделять значимое, в общем-то, внимание. То есть, если подводить итог, то главный орган нашего организма, да. сердца, нужно обязательно беречь. Да, любить и лечить. Спасибо, Инна Владимировна. Давайте прощаться с нашими зрителями. Увидимся ровно через неделю. До свидания.